Он изобрел водку. Водку. Спасибо ему большое. Периодическую систему химических элементов. Всем привет, это корейская студентка Терес. Сегодня я хочу рассказать вам о русских мужчинах, которые очень-очень известны в Корее. Конечно, мы все знаем Достоевского, Толстого, Чехова, Пастернака и так далее, но я хочу сегодня рассказать вам о мужчинах, которые особенно в Корее известны. Мы их видели в новостях, в телевизорах и в учебниках. Давай начнем. Поехали! Во-первых, Григорий Ефимович Распутин. Я посмотрела сериалы о нем и Николае II. Распутин в 1920 году в императорской России контролировал семью императора и Россию, потому что он вылечил сына императора. Он очень известный в Корее, потому что у нас тоже было похожие события 2 года назад. В то время у нашего бывшего президента был протест импичмента, и это случилось. Тогда в корейских новостях все говорили, что у нас появился корейский Распутин. У нас были слухи, что она всегда слушала и у подругу, и даже и у папу. Поэтому в новостях все говорили, что она Николай II, и они корейский Распутин, и Корея императорская Россия. Тогда все корейцы узнали, кто такой Распутин. Кстати, мне кажется, Распутин очень страшно выглядит. Если я встретила бы его в жизни, я бы заплакала. Страшно. Во-вторых, Фёдор Владимирович Емельяненко. Фёдор – российский спортсмен, и корейцы любят его. Особенно корейские парни, мужчины, обожают его. Мой 12 лет брат тоже его знает и любит. Я не знаю причину, почему корейцы особенно любят его, но я тоже знаю его лицо и голос, потому что я часто видела его в новостях, в телевидении, в телевизоре и так далее. Он очень популярен среди парней, поэтому он даже снимал рекламу в Корее. В-третьих, Иван Петрович Павлов. Павлов. Все корейцы знают его, особенно школьники и студенты. 100% знают его, потому что у нас в учебниках естествознания всегда написан его эксперимент с собакой. Я тоже в школе лет 10 назад училась. Недавно опять в университете на уроке менеджмента училась. Но я не знала, что он русский. Просто я не интересовалась его национальностью. Но преподаватель сказала, что он русский, и я заметила, что у него фамилия Павлов. Павлов – это прям обычная российская фамилия, верно? Мы, корейцы, все знаем его эксперимент с собакой. Он кормил собаку, звоня в звонок. И оказалось, у нее слюнки текут, когда он просто звонит в звонок. Это очень интересный эксперимент. И Павлов премировал Нобелевской премией. Это очень круто. Мы все знаем. В-четвертых, Дмитрий Иванович Менделеев. Наш дорогой Менделеев. Он изобрел водку. Водку. Спасибо ему большое. Но многие корейцы не знают, что он изобрел водку. Но все равно корейцы знают его очень хорошо, потому что мы учим его открытие в школе. Вы знаете периодическую систему химических элементов? Это было сложно запомнить эти слова. И мы запоминаем их и сдаваем экзамены. Я запомню от номера 2 до 20. Суэ, рибе, бикини, опене, намонези, пепси-кола, кака. Сусу, элиум, литиум, перилиум, бумзу, калиум, сусу, псу и так далее. У корейцев есть способ запомнить их быстро и интересно. Попросите у любого корейца сказать их.
они, наверное, смогут выговорить несколько элементов. Но мой 12 лет брат еще не знает. Может, в старшей школе он узнает. И моя мама даже сейчас помнит эти элементы. Хотя лет 30 прошло после того, как она закончила школу. Корейцам нужно запомнить эти элементы в школе. Вы тоже запоминайте их. У вас тоже есть экзамены. Бедные корейцы, мы все знаем элементы и Менделеева. Вот сегодня я рассказала вам о русских мужчинах, которые все корейцы знают. Надеюсь, вам понравилось. Это была Череш. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь. Поставите лайк и оставите в комментарии. И добро пожаловать в мой инстаграм и в ВКонтакте. Пока. Спасибо. Спасибо за просмотр. Пока.